Качественные материалы, прекрасный вид из окна, уютный спальный район. Об этом думала жительница города Ульяновска Наталья Пановская, покупая однокомнатную квартиру в микрорайоне Репино-Искра. Сделка была оформлена в сентябре 2018 года, когда строительство многоквартирного дома уже находилось в завершающей стадии. Женщина приобрела все необходимые материалы для ремонта своих квадратных метров. Даже успела выбрать обои в гостиную, когда на руки получила письмо от подрядчика. В документе было написано, что строительство дома по улице Панорамная 5 приостанавливается на неопределенный срок без объяснения причин. Мы ждали. Ну, тут уже инициативная группа организовалась. И как-то начали думать, как решать эту проблему. Вот в итоге загвоздка в чем оказалась? В канализации. Вот и за это можно выразить благодарность губернатору города, что он взялся за решение этой проблемы, нашли выход из положения. И Министерству строительства, что они потом уже определились с инвестором. Вопрос сдачи многоквартирного дома по улице Панорамной, 5, сегодня находится на контроле правительства и Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области. Выработаны мероприятия для подключения дома к канализационно-насосной станции. Получена исполнительная документация от компании-подрядчиков «Свияжская строительная компания». Проблема была та, что застройщик не выполнил проектное решение по канализации этого дома. Объект достаточно большой, и в процессе строительства вот в этом году менялась схема канализации. И объект подключили к другой КНС, который у нас находится вот за школой, ниже школы. Поэтому приняли несколько таких новых технических решений. И это потребовало вливания, допустим, порядка 14 миллионов рублей. Эти деньги, они предусмотрены в региональном бюджете, и поэтому это позволило стройку эту сдвинуть с места. Сейчас на строительной площадке кипит работа. Завершается установка пожарной сигнализации, благоустраивается прилегающая территория, произведен пуск тепла в дом. Планируемый срок сдачи объекта в конце декабря 2019 года. Это значит, что сотни ульяновцев смогут получить долгожданные ключи от квартир уже в январе будущего года. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Улправда ТВ.